Собственно, привет всем, хорошего кофе. А вы там как, готовы к поездке? Морально, аморально? Готовы. Да. Ребят, какие у вас ожидания от поездки? К которому часу мы доедем к Львову? Доедем? Ну, я надеюсь, какие мы хотя прогнозы? Бы доедем к Львову. У кого что? Ну, какие, ждем, в принципе, не сильно долгую, да. Батареи большие у нас в машинах. Я думаю, часов 7 мы будем на месте. До Львова! Меньше. Поехали. Поехали, ребят. Можно конверт, пожалуйста? Поехали. Хватит уже сидеть сложа руки, и пора начать действовать. Вы тут начали уже рассказы про ваши тачки, какие они классные и сколько классные вы. Покажите, кто на что гораст. Кто первым доберется до Львова, тот и выигрывает. Удачи! Пусть нас рассудит зритель. И время. И здорово. Поехали! Поехали! Ребят, ровно в 8.22 наших электромобиля отправились в автопробег Киев-Львов. Audi e-tron я видел раньше, сидел в Audi e-tron, но не ездил. Вот мы едем уже 40 минут, и, конечно же, я нахожусь на месте богатого пассажира. Успел уже ощутить то, насколько хорошо эта машина стартует, едет, как быстро мы достигаем даже той сотни со светофора. И, соответственно, у меня возникло несколько вопросов. Чем отличается этот электромобиль от других электромобилей? Ну, такие вот явные, какие у него есть преимущества или явно чем он выделяется? Машина достаточно большая. Машина комфортная, машина обладает длинной колесной базой. И, естественно, в машине стоит пневмоподвеска. То есть машина великолепно себя ведет на неровностях, очень мягко, плавно проезжает их. Она достаточно мощная. То есть у нее стоит два электромотора, это полноприводный автомобиль. Mm-hmm. Тут есть двойная мощность, то есть в повседневной езде, если не нужна полная отдача двигателей, электродвигателей, она выдает там порядка 360 лошадиных сил. Если нам нужно ускоряться более интенсивно, можем активировать дополнительную мощность, и тогда у нас становится 408 лошадиных сил, и разгонная динамика там в районе 5,7, 5,5. Так, мы сделали сейчас небольшую остановку для того, чтобы, во-первых, понять, сколько у нас осталось заряда, сколько? 134, да? На 134 километра. И вопрос очень важный, интересный. Где искать потом станции зарядные? Чтобы зарядить машину, чтобы не остановиться в поле. Верно. Да? Для этого нам понадобится путеводная звезда, как мы ее называем. Это приложение PlugShare. Вот мы, синяя точечка. Вот рядом с нами, недалеко от нас, находится Fast Charger. Это в Житомире. То есть до него 9,6 километра. Открыть в Google картах. И мы получаем ее в автомобиле. У нас первая остановка. Мне доверили супер важное дело. Смотрите. Опля. Космос. Понимаете? Вова сейчас подсоединит. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Можно вынимать. Мы зарядились. Все. Мы там намонтируем. Пока заряжается наша Audi, мы пойдем перекусим, потому что мы путешествуем с комфортом. Итак, у нас сейчас... сколько мы километров проехали от Киева? 226. 226 километров мы проехали от Киева. Я до этого, как и ранее говорил, сидел просто в Audi e-tron. Уже спустя 226 километров. Я готов уже дать какой-то свой отзыв, насколько это комфортная машина и насколько в ней обалденно ехать. Не только ехать на пассажирском сидении, но, конечно же, на водительском сидении. На часах ровно 6 вечера. Мы находимся в 33 километрах от Львова. Audi e-tron прибыла сюда первая. Мы звонили, кстати, ребятам, которые находятся в Tesla Model X. Они находятся очень-очень далеко, то есть мы очень хорошо их опередили. У нас еще достаточное количество заряда. Мы спокойно можем доехать до Львова, покататься во Львове. Мы просто заехали проведать нашу замечательную зарядную станцию Electro.ua. Ну и, соответственно, тоже чуть позарядиться здесь. Конечно же, Tesla Model X мы не будем ждать. Мы поедем во Львов. Заедем во Львов как победителя, нам будут только плескать, бросать лавровые листочки. Мы поедем в автосалон Electro.ua.
там у нас финиш. Ну и Tesla Model X мы не будем дожидаться, потому что, наверное, они уже завтра приедут. Мы одержали победу. Смотрите, ребят, ну очевидный факт, что мы уже одержали победу, направляемся дальше к Львову, проехали буквально 15 минут, заехали проведать еще одну нашу зарядную станцию. Кстати, зарядная станция нового типа, готовит кофе, делает массаж. Вот. Ну, в общем, как вы понимаете, зарядных станций становится все больше и больше, ну и, соответственно, путешествовать будет все комфортнее и комфортнее.